Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. Сегодня мы рассмотрим с вами ноутбук, построенный на платформе Intel Atom. Это Digma F605. Мы изучали не так давно модель 1402 с возможностью установки накопителя форм-фактора 2,5 дюйма. Тестируемый сегодня ноутбук обладает той же конструктивной особенностью. Он уже появился в российских магазинах, более подробные характеристики и цены представлены по ссылке в описании к этому видео. Его комплект включает зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Digma 605 – это классический ноутбук без возможности трансформации. Крышка открывается примерно в пределах 120 градусов. Шарнир обладает достаточной жесткостью. В максимально открытом положении она не перевешивает корпус. Выбранное положение не смещается. Выполнен корпус из пластика, окрашенного в серебристый цвет. Выглядит аккуратно и сдержанно. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев. Корпус достаточно легкий и тонкий. Его вполне можно будет закинуть с собой в рюкзак и взять в дальние поездки. На правой грани выведен слот для карты памяти microSD, аудиоразъем под наушники, 2 USB и сетевое гнездо. С противоположной стороны еще один скоростной USB, порт питания и HDMI. Digma 605 поддержит возможность вывода изображений на внешний монитор. Установлен классический набор низкопрофильных клавиш. Символы на клавиш нанесены краской. Фотоклавиш короткий и четкий, подсветка отсутствует. Тачпад с достаточной чувствительностью и поддержкой жестов. На верхней рамке выведен парный микрофон и несколько светодиодных индикаторов. Есть встроенная веб-камера. Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивает 4 резиновые ножки. Снизу также скрывается крышка с отсеком под 2,5-дюймовый жесткий диск. Digma 605 поддержит возможность установки диска с высотой до 7 мм. Со своей стороны рекомендуем ставить твердотельный диск. Так, помимо высокой скорости работы с файлами, можно будет сохранить бесшумный режим работы. Установленная здесь платформа не требует наличия активного охлаждения. Помимо отсутствия шума, это еще исключает риск загрязнения внутреннего содержимого пылью. Установлен 15-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, IPS-экран с широкими углами обзора. Есть возможность регулировки яркости в широком диапазоне. Рамки вокруг него традиционной ширины. Дисплей порадовал качественным исполнением и настройкой. Тут он не сенсорный. Работает Digma 605 на базе процессора Intel Atom X5 Z8350. Доступны 4 ГБ внутренней и 32 ГБ под операционную систему и данные. Напомню, что в отличие от большинства моделей на этой платформе, тут есть возможность установки не только карты памяти объем до 64 ГБ, но и полноценного накопителя нужного объема. Соответственно, можно будет потом перенести операционную систему на этот полноценный накопитель. Уровня быстродействия достаточно для игр с простой графикой, открытия нескольких вкладок в браузере и переключения между ними, а также работы с таблицами и офисными документами. Из модулей связи есть Bluetooth 4.0 и однодиапазонный Wi-Fi. Автономную работу обеспечивает батарейка с внушительной емкостью в 10 000 мАч. Она дает примерно 8-8,5 часов автономной работы в обычном рабочем сценарии эксплуатации. Для зарядки используется блок питания с проприетарным разъемом. На восстановление ему уходит примерно 6-7 часов. Digma 605 станет отличным выбором при поиске рабочего или образовательного ноутбука с экраном с диагональю 15,6 дюймов. Мы с удовольствием обсудим с вами Digma 605 в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.